Один, два, три, четыре, пять. Учителя школ приступили к набору комплектов учебников для своих подопечных. В образовательном учреждении номер 220 педагоги начальных классов уже практически подготовили каждому ученику необходимую литературу. В этом году в школьную библиотеку поступили новые книги. Теперь здесь есть учебники для всех учащихся. Мы получили первую партию еще в июле, и вторая партия поступила к нам в начале августа. Всего получили мы 661 экземпляр. Мы располагаем учебниками, полученными еще в прошлом году, поэтому это количество учебников, которые у нас в данный момент находятся в нашей школьной библиотеке, хватит для всех учащихся нашей школы. В этом году обновились все школьные библиотеки Заречного. Городской фонд пополнился 7,5 тысячами новых учебников. В течение последних лет Министерство образования заключает договоры с поставщиками на покупку учебников. И в школы города Заречного учебники приходят бесплатно. В этом учебном году были заказаны учебники для обучающихся с 1 по 11 класс. Полностью новые комплекты учебников получат пятиклассники всех школ города, так как все образовательные учреждения переходят на федеральный государственный образовательный стандарт. Книгами 2015 года выпуска обеспечат и шестиклассников гимназии 216 «Дидакт». Именно это образовательное учреждение является пилотной площадкой по внедрению в ГОС. Ученики других классов всех школ получат и новые учебники, и те, которыми пользовались ребята в предыдущие годы. На сегодняшний день библиотеки располагают книгами, изданными в период с 2011 по 2015 год. Работники образования уверены, что учебной литературой обеспечат всех школьников Заречного. Елена Степкина, Игорь Войдаков, Владимир Полищук, телерадиокомпания «Заречный».